меня здесь помидорки. Девчонки, вот вы знаете, нисколько не пожалела, что посадила вот эти помидоры. Пусть тут как бы и урожай такой не ахти какой, да? Сколько тут их, может быть, в общей сложности будет? Штук 20, не больше. Вот. Вот эта вот веточка у меня прям вниз опустилась, и я ее боюсь поднимать. Из-за чего? Из-за того, что она может обломиться. Ну, пусть уже так этот кустик и растет. Вот, огурчики мы уже ели, штучки три, наверное, я срывала. Вот еще один тоже. Но огурцы в доме как-то не очень-то растут. Видно, жарковато им. А вот помидорки прям на... Смотрите, красота, да? И вы знаете, вот так вот глянешь на окошко, и прям глаз радует. Даже больше глаз радует, прям, вы знаете, больше, чем от цветов. Вот, на улице у нас красота, небо голубое. Фонтанчик Валера уже вот включил. А я здесь, видите, подставила такие вот страшные палки, чтобы это опоры, подпорочки маленькие для помидорок. Здесь у меня фиалочки. Вот, надо бы тоже их полить. Вот этот вот край, как хорошо у меня здесь, видите, цветет, как все обильно. Вот этот мне нравится. Да все мне нравятся, все красивые. Надо поотрывать все, сухое поубирать. Беленькая вот такие, с розовой серединочкой, видите? Я старалась все покупать махровые. Вот зелененькая, интересная, да? А эти что-то не цветут, не знаю, почему не цветут. Поливаю одинаково, почему не цветут, не знаю. Вот это тоже красотка, нежнятинка. Я их подкармливаю где-то один раз в 10 дней. Специально покупаю для фиалок. Подкормка, там оно комплексное идет, удобрение. Друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Мясо достала. Сейчас буду варить борщ со щавелем. Или со щавлем, не знаю, как правильно делать ударение. Сейчас сварю, давно хотела, прям что-то хочется чего-нибудь кисленького. Я обычно туда режу картошечку. Яичко, паутинку взбиваю. И щавель с луком немножко. С соличкой его пожамкаю, чтобы он сок пустил. Кислоты больше отдал. Мяско у меня здесь варится. Уже почти готово. Уточка домашняя. Картошечку бросаю. Сейчас картошечка сварится, я пока порежу лучок и щавель. Сейчас закипит. Поставлю тесто на пирожки с луком, с яйцами. Делаю опару на сыворотке. Стояла у меня там в холодильнике сыворотка. Вот дрожжи, немножко сахара и соли, мука. Вот и все, и вся наша опара. Поставила вот на окошечко, на веранду, видите, опарку. Оно сейчас быстро здесь заиграет. Здесь тепленько, хорошо. Слазь, окошко. Куда залезла? Сейчас я тебя накормлю. Пойдем. Пойдем кушать. Пойдем, Алиса. Перебрала я щавель, помыла. Лучок тоже помыла. Все, вот сейчас вот миленько порежем. Все вместе смешаю и присолю. Слегка присаливаю. И немножко вот так вот руками пожамкаю, чтобы щавель отдал свою кислоту. Больше тогда получается вкуснее. Здесь поставила яйца на пирожочки, у меня варится. Все, вот я попробовала, мясо мягкое-мягкое. И картошечка хорошо уже сварилась.
разламывается легко. Пускаю щавелек. И сразу же и лучок, все вместе. Вот такой вот зеленый борщ у меня сегодня получился. Пишите, девчонки. Вы там, наверное, на югах уже давно едите борщичок такой. А я вот только первый раз варю. Хотя щавель давно у меня уже был, но он обморозился у меня. Что-то там снегом его придавило. Сейчас еще два яичка разобью. Можно порезать яйцо, кто как. Я что-то всегда так варю. Паутинкой сюда делаю яичко. Яйца домашние, видите, какие желтые желточки. Они у нас на улице, Валера их сегодня загородил там на улице. Загончик им сделал. По травке они гуляют у нас теперь. То я им травку сама рвала. Так, попробую на соль. Вкусно. Прям вкусно, девчонки. Прям такой с приятной кислинкой. Принесла опарку. Вот видите, как хорошо разыгралась на веранде. Сейчас добавлю растительное масло. Немножко, ложки 3 столовых. Раз, два, три. Так, я подсаривала, сахарка добавляла. Все, сейчас просто замешиваем тесто и все. Яйца пляшут у меня в кастрюле, стучат. Слабенькое тесто замесим, нежненькое. Все, замесила я, мягкое, хорошее тесто. И в конце сейчас добавлю вот жменьку растительного масла. Все. Режу лук на начинку. Я заранее не делаю начинку, потому что если заранее сделать, то тогда лук сок пускает, и начинка получается влажная. Яйцо я рублю покрупнее. Вот так порубила. Сейчас присолю, и все, и наша начиночка готова. Начиночки буду побольше накладывать. Я люблю так, чтобы было много начинки. Тогда они вкуснее пирожочки. Сейчас быстренько все налепим, нажарим. Садимся обедать. Такой вот у нас сегодня получился деревенский обед. Пишите, друзья, что вы готовите сейчас. Сейчас весна, не знаешь, что и приготовить. Все надоело зимой, все одно и то же. А что-то захотелось прям вот такого вот лука, щавелька. Вот такие вот, видите, друзья, получились у меня пирожочки. Сейчас я дожарю. И мы будем обедать. Вот редиска, лук, борщ. Сейчас добавлю сметанки, пирожки. Всем приятного аппетита, кто с нами садится кушать. Борщ, видите, с мяском. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока-пока. До свидания.